Зарплаты бюджетников вырастут. Это предусмотрят в бюджете на будущий год, который уже со дня на день поступит в парламент. Сегодня в палате представители рассмотрели 18 вопросов. Депутаты торопятся, чтобы поменьше незавершенных дел оставить тем, кто придет им на смену. Выборы уже скоро. Так, один из документов, его приняли в первом чтении, касается оплаты труда работников бюджетных организаций. По проекту система начисления заработной платы станет прозрачнее и понятнее. Она будет формироваться из оклада, надбавок и доплат, а также компенсирующих выплат. В стаж работы бюджетников будет засчитываться альтернативная служба. Плюс еще на это время наниматель может заключать срочные договоры с какими-то сотрудниками, когда человек ушел служить, на этом месте может поработать на срочном договоре другой человек. Это тоже будет решать вопросы, в частности, занятости и молодежи и вообще. Рассмотрели вопрос поставок российской нефти. Годовой объем углеводородов остается прежним – 24 миллиона тонн, а вот поставки нефтепродуктов могут быть увеличены. Сразу в двух чтениях приняли поправки в Уголовный кодекс. Так коррупционеры не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.